Я Ксюше даже просил, я говорю, у нее же она все может, у нее же там, сами понимаете, это самое, у Ксюши, да, и крыша, и не только крыша, она все может, она вредничает, она не хочет, она только все под себя, для себя. Я просил, ну хотя бы, если не лично встретиться, хотя бы мне для канала, ну просто для кадры, как он там, так сказать, на благо Родины. Вот, поэтому, ну, не, вот она не хочет, она все под себя. Люди вообще очень эгоистичны, поэтому пока у меня нет этих кадров, да. Было бы здорово, если бы вы прочитали ваши стихи. Вы же пишете хорошие стихи, вот я читал и даже себе отметил. Хорошие, вот хам. Роскошные. Хорошие. Роскошные стихи. Слово роскошный нет, это не к стихам, нет. Да, наверное, очень мало, мы редко потом, говорим, знаете, такие красивые, сильные слова. Скажут, что это не скромно свои стихи читать. Но мне кажется, все, что связано с вами, это гениально. Это правда, да. Но видите, я вот сегодня я считаю, что это не было бы не скромно. Что потом опять будет эта вся гопота в комментариях, что она опять вся себя, все. Дайте, ну что, все про меня, дайте про мою монографию, допустим. Как-то. Ну, может быть, Набокова прочтете. Набокова. Ну, ваши любимые, Паустовский. Паустовский? Просто вы вспомнили Марлен Дитрих, вы же помните, она приезжала в нашу страну. Ну, я, конечно, помню Марлен Дитрих, да, она приезжала к нам, да. В театре, не к вам, приезжала, мне надо врать, к вам она бы не приехала. Вот, она приезжала, действительно, она встала на колено. Да. Совершенно верно, да. Но, во-первых, это ее поступок, она здесь читала действительно рассказ в переводе на немецкий, он замечательный прозаик, вот. А на концерт с Марлен Дитрих попасть было невозможно только по блату, потому что никакого коммунизма и социализма в СССР никто не строил. Сверху обманывали народ, и все было по блату. Была номенклатура, которая жила как цари, как крепостники, и вот они распределяли между собой билеты на мелкобуржуазную певицу Марлен Дитрих. Кстати говоря, вы можете потом поставить в эфире, я пою несколько песен из ее репертуара, в том числе «Лили Марлен».